телеграм-канале Самарского района жителей и гостей города приглашают на районный фестиваль настольных игр. Он состоится 13 июня в 11:00 и будет проходить в районе пешеходной зоны на пересечении улиц Ленинградская, Молодогвардейская. Принять участие в фестивале и поиграть в такие игры, как «Жульбак» и «Шашкит», могут все желающие. Не оставлять без присмотра смартфоны на зарядке рекомендуют в телеграм-канале Кировского района. Довольно много пожаров происходит из-за гаджетов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств. Чтобы избежать пожара при использовании электронных устройств, нужно перестать заряжать технику ночью, не оставлять без присмотра аккумуляторные батареи, использовать только сертифицированные зарядные устройства и, если телефон набрал 100% питания, следует отключить его от сети. В телеграм-канале Красноглинского района напоминают, что государство помогает федеральным льготникам оплачивать 50% стоимости услуг ЖКХ. С 1 июля такая поддержка будет доступна по единому стандарту. Чтобы получить скидку в МФЦ, необходимо подать следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение. В конференц-зале администрации Советского внутригородского района состоялась церемония торжественного награждения участников и организаторов спортивных соревнований, говорится в телеграм-канале. Этот год начался со спортивных достижений. За прошедшие 5 месяцев активисты, спортсмены и тренеры Советского района не раз доказали свой профессионализм и любовь к спорту. Благодаря спортивным активистам развивается физическая культура и спорт, пропагандируется здоровый образ жизни не только на территории Советского района, но и во всем городе Самара. В награждении приняли участие глава Советского внутригородского района Вадим Бородин и председатель Совета депутатов Петр Барсуков.